100 тысяч рублей за молчание. Житель Махачкалы подозревается в вымогательстве. Злоумышленник получил доступ к диалоговым чатам, в которых содержались интимные фотографии жителя Карабудахкенского района. За неразглашение информации горе-хакер потребовал деньги. Однако желаемую сумму ему получить не удалось, так как был вовремя задержан полицейскими. Переслал к нему эти фотографии, и спустя некоторое время он мне пишет, сколько ты хочешь, чтобы эти фотографии ты удалил. Я в шуточной форме написал 100 тысяч рублей. Он мне сказал, дай мне чуть время, чтобы эту сумму собрать. После я приеду в Махачкалу, и мы с тобой увидимся, я тебе эти деньги передам. Проходит неделя, он мне звонит, что он приехал в город и хочет увидеться. Буквально я ему сказал, что вечером к нему позвоню. И вечером на эту встречу я не явился, так как меня там уже ждали оперативники. Буквально через 2 дня уже меня доставили в отдел.